Добрый вечер, день, утро, дорогие подписчики, не подписчики, а также случайные зрители, которые попали сюда непонятно как. Значит, это у нас третья часть нашего сериала о том, как я слушаю флаг. Не сегодня. Для начала надо сказать, что у нас было в первой и второй. Ну, по-быстрому, если вы случайно, вы можете потом посмотреть их. Но, значит, тут мы разбираемся, как я слушаю файлы. Сжатые, не сжатые, MP3, FLAC, остальные форматы без использования звуковых карт, всяких других устройств. Просто потому, что у меня их нет. Вот, значит, что мы сделали? Мы выбрали композицию в прошлых сериях на компакт-диске. Мы ее с помощью программы хорошенькой конвертировали, содрали с диска, сделали три файла. Один файл формата FLAC, один файл формата MP3 и один FLAC, и один файл формата WAV. Кстати, сразу замечаю, что я не обратил в прошлый раз внимания, но у нас размеры файлов получились очень интересные. Флаковский файл получился там, не помню, посмотрите, 270 мегабайт, а MP3 15 мегабайт и WAV тоже 15. Это не очень, мне кажется, ну, характерно. Вот обычно WAV они побольше форматов, а MP3 объемом, не форматом. А MP3 поменьше. Но, скорее всего, в этой программе там куча галочек по качеству. Я, ну, наверное, или слишком загрубил WAV файл, или слишком уж, так сказать, распустил MP3. Обычно по-другому. Но я уже не буду переделывать, это не важно, в принципе. Вот, поэтому мы имеем вот уже сброшенный с ноута на наш жесткий диск три файла сюда, мы его сейчас подключим в это устройство и, значит, посмотрим, как мы будем воспроизводить. Воспроизводить мы будем, наверное, скорее всего, в следующий раз, потому что это все затянется. У нас сегодня много что есть поговорить. Вот. Значит, поэтому как бы не теряя времени. Значит, первое, я уже его рассказывал, вот этот вот аппарат, это Blu-ray DVD-плеер Sony BDPS380, куплен тоже по случаю, в общем-то, за небольшие деньги, лет 10 назад, наверное, по той причине, что у меня плеер для компакт-дисков такой серьезный, и как бы, когда, ну, хочется его пожалеть, он тоже старенький. Поэтому, когда я, так сказать, не очень настроен на особо высококачественное звучание, я могу проиграть и на нем. Вот, кстати, потом тоже сравним. Тот стоит, наверное, в раз 10 дороже, чем этот. Ну, сравним, ладно. Вот, значит, ну, аппарат мне, кстати, понравился. Вот, они есть разные, значит, по-быстрому. Что здесь, что мне в нем понравилось? Что мне в нем понравилось? Во-первых, что, хотя он и предназначен для видео, в основном, конечно же, Blu-ray, значит, у него, вот, у него, во-первых, что хорошо, у него есть коаксиальный выход, вот, цифры можно снимать, вот, HDMI нас как бы не волнует, у него есть USB сзади разъем, USB вперед, это сейчас включено видео выход и аудио, левое, правое, и еще компонентный видео нас он не касается, это для тех, кто смотрит фильмы, вот, значит, все, то есть, в принципе, ну, оптики здесь, правда, нету. Оптики здесь нету, но как бы коаксиал нам тоже как бы в тему подходит, и мы на нем с удовольствием цифру будем с него снимать. Вот, значит, что не очень удобно для любителей слушать музыку, он на передней панели он имеет только включение, вот здесь вот кнопочка вот там. У него здесь выброс диска, загрузка диска, воспроизведение. Стоп. Все, значит, то есть в основном, конечно, надо им с пультом работать. Пульт такой, как обычный, такой вот, он включается. Вот, наш, вот, зашевелился родимый. Значит, у него тут возникает, сейчас, конечно, светло, вам не видно, но здесь сейчас возникает надпись Home. Значит, сразу скажу, вот ему уже 11-й годок, наверное, даже больше.
Проблема дешевых аппаратов Sony – это гаснущие ячейки на дисплее, точечки. То есть вот здесь такое уже появилось. В принципе, не критично, не помню, в нижнем рядке, там, здесь вы не видите, в нижнем рядке некоторые точки уже стали такие блекленькие. Ну, в принципе, меня это не раздражает. Так что те деньги, которые я купил его, он работает и отрабатывает на полную. Вот. Значит, USB. Знаешь, мы берем наш винчестер. Вот. Кстати, опять повторюсь, я его уже называл. Вот. Чем мне он нравится, он хоть и немножко шумноватый, но вот что касается головной боли всех винчестеров, которые пропадают, теряют информацию, уж сколько его не выдергивали, сколько он не прерывался, сколько у него питание не обрубалось. Уже я уже крестился, уже думал, ну все, наверное, все. Нет, работает, вот будет. Сейчас не хочу, конечно, вырвать, потому что сглажу. А так выдергиваешь из него, он пошурует, потом все, не просит переформатироваться, хотя у меня уже там, наверное, несколько штук есть, валяются где-то в кладовке, которые, не буду называть фирмы, но которые потеряны информацию, уже волосы, оставшиеся на голове, выдернуты, это бессилие, но лежат, потом в сервисе, наверное, можно реанимировать. Вот, этот работает надежно, собака, вот, как просто изумительно. Вот, значит, все, значит, вот мы его загрузили. Вот, видите, дисплейчик у нас тут. Вот. Кстати, да, у него еще есть, значит, вот что мы используем в качестве монитора. Как я говорил, у меня телевизора, нет, телевизор у меня есть, но в качестве музыки я на своей музыкальной комнате его не использую. Но мне тут без монитора, ну, никак. Поэтому вот был куплен второе такое чудо, вы его видите. Это тоже Sony. Это такой DVD-портативный такой плеерок. Тоже, кстати, денег небольших. Куплен у каких-то родителей, которые ездили на дачу, а ребенку привязывали его к заднему сиденью, переднему сиденью, чтобы он смотрел фильмы и по дороге не дергал папу за уши, когда тот за рулем. Вот, теперь ребенок вырос, и DVD-диски, как говорится, уже умерли. Ну, в прекрасном состоянии. Тоже, ну, не могу точно сказать, ну, за сколько? В полном комплекте с сумочкой, со всеми прибамбасами, там, ну, долларов, наверное, ну, 30, может, 40, где-то так. Ну, не помню точно. Вот. Ну, в качестве монитора он мне устраивает полностью, потому что, когда я думал, я размышлял, что купить, может, автомобильный телевизор. Ну, вот этот хорошо. У него какой, он питается от внешнего выпрямителя своего, 9,5 вольт. Нет, нет, вот 9 не могли, 9,5, ну ладно. У него встроенный аккумулятор, но минус, что он не отстегивается. В принципе, мне он не нужен, и для его долговременного, так сказать, пользования я бы его отстегнул бы, но он не отстегивается. Ну да ладно. Вот, сейчас у него включено здесь аудио вход-выход, видео вход-выход. У него есть собственный USB, кстати, вход. Но вот он флешки читает. Эти винчестера не читает, скорее всего, это из-за формата. А, ну да, кстати, чтобы вы сразу знали, что, значит, винчестер, который включается, он должен быть, файловая система у него должна быть FAT. Есть NTSC, по-моему. Мы не будем, мы не программисты, мы же аудиолюбители. Ну, в общем, если хотите, почитайте, но вот эта система управления файлов, здесь должна быть FAT. Вот, иначе он не будет ничего там, не видеть ничего. Вот, значит, скорее всего, из-за этого, может, если эту флешку, вернее, винт поменять, но он не видит его. Вот, флешку втыкаешь, воспроизводит, все нормально, не вопрос. Ну, ладно. И последнее, значит, у него еще, если кто-то надумает такую же систему себе как бы реализовать, значит, у него еще есть еще сетевое подключение. У него нет модуля Wi-Fi, но у него есть подключение к интернету. Можно купить отдельная такая есть штучка, которая типа флешечки, туда Wi-Fi модуль, который можно подключать тогда к сети Wi-Fi. Он у меня лежал 10 лет. Я все думал покупать, не покупать этот Wi-Fi модуль, а он стоит тоже недорого, но деньги. Ну, как бы тоже. Ну, хотя с теперешним курсом доллара все дешево. Ну, долларов 20 он, ну, 10, 20. Вот, а потом я подумал, что я буду тут, как говорится,
размышлять и мучиться. Я подключил его просто сетевым кабелем. Он сразу запросил меня, потому что здесь вот, вот уже отклоняясь от музыки, здесь есть видео еще. То есть я думаю, может там какие-то стримы, он подключится к каналам. Он сразу сказал обновиться. Но я боялся, конечно, лучший враг хорошего. Но я его обновил. Ну, в итоге тут ничего, по интерфейсу ничего не поменялось. Вот добавились тут, видите, телеканал Sony. Вот меха, ого-го какой-то там, вот Stingray какой-то, Music тоже, вот Green TV, Studio, Deutsche Welle. Ну, все вот эти вот, они, конечно же, сразу меха-го-го сказала, ошибка, там бесплатно ничего не будет. Sony сказала, добро пожаловать, ну, пожалуйста, зарегистрируйте свое устройство, там оставьте свои контактные данные персональные, и мы тогда, ну, мне это не надо, я бросил. Единственное, что вот Deutsche Welle, без вопросов, все сразу включилось, все там, какие-то ролики, ну, прямого эфира трансляции нету, но какие-то новости там выкладывают, там какие-то. Ну, в общем-то так, это если побаловаться, то знаете, что в принципе обновляйте и покупайте эту Wi-Fi приблуду, если вы просто слушаете музыку, вам это не надо. Хотя можно. Вот, значит, вот. Значит, вот у нас музыка. Вот видите, он нашел устройство USB на передке. Вот этот у нас винт. Вот чики-брики, мы сейчас его открываем. Тут вот еще одно. Значит, здесь мои папки. Здесь терабайт музыки. Можете посмотреть, тут я всеядный, поэтому тут у меня не вся музыка, но все, что только тут, видите, все тут как. Так ты хочешь тут, как говорится. Вот. Единственный вопрос, как она их сортирует. Я уже вот на ноуте эти папки сортировал и по алфавиту, и как угодно. Вот он вроде идет как бы по алфавиту, потом прерывается, и я их не могу выставить по-нормальному. Он не по времени. Здесь как бы хочется как бы пальцем, но не работает. Здесь ничего нельзя сделать. Это просто монитор. Поэтому как он сортирует их, не знаю. Будем искать нашу папку. Значит, так. CTC пошел, Чингисхан, ну ладно. Все это хотел бы вам, конечно, проиграть. Но, ага, вот моя осознанность. Видите, даже я поставил впереди три восклицательных знака, чтобы он стал первым. Он все равно в середине списка. Вот то, что мы скопировали в прошлый раз. Вот демо это я уже сделал, потом расскажу. И вот у нас Горский наш. Помните, мы взяли Моцарта, сделали три файла. Значит, вот теперь самый главный секрет. В паспорте этого устройства среди форматов, которые он производит, флаг не присутствует. Ну, потому что Sony и вот авторские права с флагом, с мини-дисками, у них все время, они наступали на эти грабли, получали по лбу и все равно до конца, ну, сейчас, наверное, уже немножко остыли, но они все никак не могли успокоиться. Флаг это такой вредный формат, для пиратов очень удобный, поэтому... И поэтому мы открываем нашу папку. Вот у нас WAV файл, вот у нас MP3. А флага здесь он не отображается. Что же делать? Вот вам мой секрет. Значит, вот видите, здесь такой маленький файлик есть, называется Flag Note. Он из себя представляет MP3 файл, который можно сделать в любом редакторе, на мобильном телефоне, это просто 2 секунды тишины. То есть он сделан вот в папках, в которых у меня флаг музыка. Здесь вот, вот если здесь есть в этой папке вот демо, да, вот здесь то же самое. Здесь потом я покажу. Если у вас в папке только флаг файлы лежат, они не отображаются, и вы никак не запустите. А если вы запускаете любой MP3 файл, любой MP3 файл. После этого, вот смотрите, сейчас мы вот на секунду вам покажу. Смотрите, вот мы запускаем WAV. Вот у нас пошел Моцарт, да? Я не делаю громко, потому что динамики этого демона не предназначены. Но вот одна у нас пошла дорожка. Переключаем пультом. Хлоп. О, смотрите, он появился. Вот это флаг. Вот. Да, а тут у нас вот и упс произошел. Сейчас объясню почему. Значит, смотрите. Вот, значит, тут я уже сбегал, немножко переделал. А почему, объясню. Потому что, смотрите, у нас, значит, наша flag note, это которая для отображения. Вот у нас WAV файл, вот у нас MP3 файл, да?
Значит, мы запускаем, я запускаю, значит, эту паузочку. Вот флаковский. И флаг файл, послушайте. Он воспроизводится, но почему-то, наверное, раз в 10 медленнее, чем он в оригинале. Почему он так проконвертировался, я не могу понять. Сейчас мы тут наклоним, чтобы вам получше было видно. Вот так. Понимаете, да? Значит, что мы сделали? Вернее, вы ничего не сделали. Вы мне поможете в этом разобраться, может быть. Я еще раз, два раза переконвертировал, но я поставил другие опции. Вот смотрите, сейчас я тут их перезаписал. Значит, еще раз. Вот, значит, этот мы пропускаем. Вот этот, который медленный. Вот это вавовский файл, он хорошо идет очень. Нормально. Вот, видите, это флаг, он ужался до 72. Вот хочется чуть потише. До 72 мегабайт. И нормальная скорость. Вот он производится. Правда, здесь вот 224 почему-то. А вот еще одна попытка у меня была. Вот этот 995 мегабайт. И вот он почему-то с такой вот опцией. Разница, там и там был флаг, но там я поставил просто по умолчанию все максимум. Даже не читая что. Частота самая большая там. Вот, все, что можно. А вот уже второй раз я поставил там автомат. Вот на этом файле. Сейчас назад. Я поставил автомат. То есть написал только опция, что не сжатый decompressed, но и все остальное автоматически. Вот он конвертнулся как бы вполне вот сейчас. Вот. Вот, нормально, видите? Я не знаю, если кто-то из таких опытных звукорежиссеров, флакологов, алинологов там и всего подобного, может объяснить, какие, почему он так вот из CD конвертнулся с такой скоростью. На ноте, на ноутбуке, он воспроизводится нормально. Все, скорость, все варианты. А вот именно вот в варианте вот через эту машинку, он почему-то вот такая скорость. Я не знаю почему, ладно. Моцарт пока отдохнет, мы еще, уже, наверное, в следующей серии мы это все запишем на мини-диске, послушаем на нормальном усилителе, на нормальной акустике, потому что сегодня и так что-то много всякой лабуды. Ладно, ну вот, в конце вот показываю еще, что самое интересное, что я вам хотел сказать, то есть вот что даже на этом устройстве, в котором нету по умолчанию формата флаг, можно их слушать. Вот с помощью вот этой вот маленькой пометочки. То есть это говорит о том, что MP3 и флаг, они имеют какие-то одинаковые корни, наверное. Просто там какая-то стоит защита. Вот смотрите, например, опять. Просто здесь тоже. Здесь вот MP3, раз файл, MP3, два. И здесь же записано еще, по-моему, два флаковских файла. Они здесь не отображаются. Чтобы они отобразились, вот надо запустить MP3 файл какой-нибудь, или этот, или этот. И дальше будет смотреть. Вот смотрите, показываю еще раз. Значит, вот первый играет у нас Томми Болин. Вот награда за все сегодняшние мучения — это Томми Болин, конечно. Savannah Woman. Я надеюсь, что не заблокируют эту музычку. Я бы, конечно, поставил в хорошем качестве, потому что Болин один из тех музыкантов, гитаристов с трагической судьбой, конечно, который вот недооценен очень сильно. Причем он опять, это вот есть такая, как бы, такие люди, они как с другой вселенной. Вот он мыслил по-другому. И то, что он сыграл в Папл, это, конечно, они просто выбрали, потому что у него хорошая техника. А так, конечно, как он с Билли Кобомом играл, ну, он мыслил по-другому. Это не характер. Я поставил такую самую вещь, такую, ну, попсовую, если можно сказать. А у него блюзы. Ну и вторая проблема, у него очень мало хороших записей, высококачественных. Ну, концертники старые, потому что он умер рано, по причинам, которые вы понимаете, для многих талантливых.
музыкантов. Вот. Но как гитарист, конечно, он сильный. Вот. И, ну, найдите эту вещь в хорошем качестве, послушайте. Томми Болин, Savannah Woman. Вот. И следующее, что у нас тут ради интереса. Вот Флаковский, видите, пошел? Ну, это у нас как бы на любителя, ну, как, тоже классика. Дэйв Брубик, Take Five. Вот такой размерчик 5 четвертей. Для барабанщика очень хорошо, для привыкания к нестандартным размерам. Ба-ба-пум-па. Ну, это тема, конечно, вечная тоже. А как она на хорошем качестве идет, когда вот кларнетик этот прорезается. Ну, тоже, кто любитель джаза, Брубик любит такие вещи нестандартного размера. 7 восьмых у него есть, это вообще. Ну, это на любителя, конечно. Что-то у нас еще тут. А, ну и вот это отдельно, да, Чак Маджони. Это его альбом вместе с Стивом Гэдом, барабанщиком. Здесь, конечно, я, может быть, потом все-таки постараюсь поставить хорошее качество, потому что здесь динамики эти не держат. Но вот, вот, Алдойо, этот, по-моему, там что-то связано с какими-то бразильскими народными вещами. Но здесь вот настолько говорит о высококлассных музыкантах, потому что здесь, в принципе, здесь фано, барабаны и флюгергорн. Ну, Чак Маджони, он сам на флюгергорне играет. На других духовых, на основном. У него такой звук такой сипловатый, как вот Дэвис на трубе. Вот, узнаваемый на 100%. И вот, видите, фактически один барабан играет, малый. Фано и потом труба. Даже я здесь не слышу, например, басовой секции какой-то. Если, может, и есть контрабас, но я его не слышу. Вот. И, конечно, тема сама, и это надо слушать. Вот, вот это вот требует хорошего качества. Поэтому я вот его во флаг перевел. У меня на CD этого даже нету. Сейчас дождемся только, когда вступит Флюгергорн. Сейчас чуть-чуть попробуем промотать, чтобы уже не тратить время. Вот. И тема сама. Ну, сейчас. Ну, это надо слушать, конечно. И вот ты когда слушаешь на хорошем аппарате, это как будто вот, не знаю, даже не в зале, а где-то там звукорежиссер поработал хорошо, конечно, с акустикой, там прямо оно сияет, как будто ты где-то, не знаю, на открытом воздухе оно стоит. Ладно, вот Чак Маджони и Стив Гетт. И что там еще у нас есть интересненькое? Ну, это так, это на прощание. Это еще потише. Ну, если не знаете такого, это такой братишка Горан Брэдович. Ну, конечно, я раньше очень его любил. Ну, в смысле, сейчас, конечно, люблю. Ну, он, конечно, замкнулся, но стиль у него балканский. Вот. Иеремия. Причем язык, не знаю, даже на кого он поет. Вроде как-то что-то славяне понимают. Вот. Червоная армия, двуколица. Служил там старый кадр. Вот. Под эту вещь, конечно, там публика с ума сходила. Это, ну, это требует как минимум двух бокалов пива. Вот, тоже найдите, послушайте. Вот. Ну, вот, в основном. Ну, и, значит, все. И так много мы времени потратили, наверное. Значит, если кто узнает, что это за проблема с конвертацией со скоростью, подскажет, я буду благодарен, потому что, чтобы знать на будущее. А так вот, сегодня я вам рассказал, как с помощью дешевых малобюджетных устройств воспроизводить флаг Флайла. Ну и в конце уже мы, наверное, в четвертом выпуске мы конвертнем это все, не конвертнем, а запишем это все на мини-диск и послушаем уже на хорошем качестве. Хотя, конечно, эти битвы и демонстрации в Ютубе, что как звучит, это просто детство, это, ну, совершенно некорректно, хотя бы потому, что вот этот вот
вот этот ролик, который вы сейчас смотрите, он в несжатом состоянии видео будет занимать где-то 2 гигабайта вместе с видео. После загрузки на YouTube он превратится, наверное, где-то в 170-180 мегабайт. Представляете, как они все это сжимают, в том числе и звук. Поэтому, ну, что тут можно сравнивать на слух? Ничего. Вот. Ну, вот и все, наверное. Ну, и так как у нас уже в конце, наверное, пошло такое настроение ностальгическое, наверное, попробую я вам поставить в конце очень известную вещь, вы ее сразу узнаете. Ну, единственное, что я не знаю, кто это исполнитель. Может быть, поэтому YouTube его не распознает. Мне казалось, что это Даяна Кро, такая джазовая певица. Но я не уверен. Вот. Если пропустят, то вы послушайте. А вещи очень известные, особенно для людей моего возраста. Ну что ж, на сим, как говорится, пока. Если было интересно, я буду рад. Ну, до новых встреч, друзья. You are